Ну, в профессионалах весьма-весьма. Потому что, ну, юниоры некоторые были прям совсем юниоры. То есть там, кто, видимо, занимается пару месяцев всего. А профессионалы были, да, то есть ожесточенная борьба, особенно финал. Финал вообще был просто. Скажите, это первая ваша победа или уже участвовали где-то? Уже были победы, участвовал неоднократно, занимал все призовые места, третье, второе, первое. Вот, ну, такая масштабная, это вот первая такая победа. А сколько месяцев или, может быть, лет вы занимаетесь? 3,5 года уже отдал этому танцу. Отлично. А у вас это первое мероприятие или, может быть, нет? Да нет, конечно же, я еще в Москве. То есть жил, там у меня есть и призовые места, как в категории юниоры, так и профи. А сколько времени вы посвятили этому танцу? Ну, около 2,5 лет. А вот самый юный, как я понимаю, победитель. Сколько вы уже занимаетесь? Я занимаюсь 1,5 года. Это первая ваша победа? Ну, я как бы не победил, я занял 3-е место. Но все равно. Призовое место у меня 2-е. Один раз я побежал, занимал 1-е место, и сейчас 3-е место. Кранки. Бэтмен. Скиллз. Электро! Большинство танцоров показали именно себя, себя как индивидуальность и личность. Вот, нам очень все понравилось. Понравилась организация, понравились сами танцоры, сами зрители, как все это прошло. Ну, очень на хорошем все уровне. Нам все понравилось. Было тяжело судить? Ну, вначале было немножко жарко из-за погоды, а потом уже так нормально. Ну, в каждом батле где-то тяжело судить, потому что танцы – это искусство, это не спорт, тут нет каких-то определенных критериев, и мы все равно решали каждый, кому что больше нравится.